«Ах, лето жаркое, любил бы я тебя, когда б ни зной, ни комары, ни мошки», сетовал великий русский поэт. Жил бы он в наши дни, глядишь, его любовь ничем бы не омрачилась. Сейчас существует огромное количество разнообразных средств от комаров, а в крупных городах проводятся специальные санитарные акции. Третий год подряд в Чебоксарах травят комаров. Обработка территории происходит в скверах и парках города. Эти мероприятия традиционно проводят в мае. На сегодняшний день обработан практически все места, где отдыхают наши горожане. Это основные скверы и парки. В Калининском районе уже 100%. В частности, вот парк Победы, аллея искусств, ДМЦ, детский медицинский центр, дом быта. То есть вот те места, где вот у нас горожане бывают чаще всего. Обычно дезинсекторы опрыскивают парки в ночное время, чтобы не мешать горожанам. По заверениям специалистов, не приносит вреда людям и сам препарат. В своей работе мы используем препараты 4-го класса опасности, которые не представляют опасности для человека и для теплокровных. Они действуют только на насекомых. Препарат немецкого производства. Препарат действует в течение 1-1,5 месяцев. Убивает и отпугивает он не только комаров, но и клещей. Снимая сюжет про комаров, нам, конечно, нужно было подснять самих этих насекомых. Но после обработки территории специальным препаратом мы, как ни старались, не увидели ни одного комара.